Прошлая неделя была достаточно для нас плодотворной. Первое, что нас полностью в этом вопросе поддерживают, и у меня была зум-связь по видео с министром культуры Италии, также с вице-премьер-министром Италии, а также с министром иностранных дел Греции. И самая главная встреча была финальная встреча с господином Асома. Это ЮНЕСКО, как раз тот человек, который по культурному наследию. Действительно, вы правильно говорите, эта процедура очень длинная. Так вот, господин Асома как раз поручил работнику офиса ЮНЕСКО, отвечающей за сохранность культурного наследия по этому направлению, поручил с нами фоном взаимодействия помочь нам в кратчайшие сроки подготовить этот пакет документов, и мы его уже практически подготовили.